Сегодняшний рассказ о Рожка. Итак, я зашел к любимой подружке в гости, и вот я ее убалтывал, наконец-таки вломал показать свою коллекцию. Она берет старые броши, некоторые из них очень-очень старые, вот, и своими умелыми руками превращает их в красоту. Она дает им вторую жизнь. Вот, и что из этого получается, вот мы теперь можем посмотреть. У нее прекрасная коллекция брошей разных возрастов, разных вариаций, из разных материалов, разных металлов, камней. Вот. Ну, предлагаю к просмотру ее коллекцию. И, кстати, вот за мной шкаф, который она соорудила своими руками. Она вообще умелица, то есть сделает чудеса из ничего. И вот шкаф тоже обвешан золотом, бриллиантами, полудрагоценными камнями, дерево натуральное, да, этот шкаф еще перестоит и атомную войну. В общем, вот такие вот вещи вытворяет Елена.